Перед тем, как мы начнем, хочу сделать небольшое отступление. Очень прошу всех послушать. В некоторых кругах недоброжелателей начали ползти слухи, что я украла у кого-то идею опровержений. Так вот, я бы хотела кое-что прояснить, чтобы у вас не возникало сомнений. Сейчас на экране вы видите мое самое первое опровержение. Оно было сделано как обращение к подписчикам. Обратите внимание на дату добавления. Возможно, кто-то из вас даже успел его посмотреть. Недавно это видео, как и 5 других моих подобных обращений, было скрыто в закрытый доступ, так как там был ужасный звук, потому что на тот момент я записывала все на диктофон мобильного телефона. Но тем не менее, это видео еще можно встретить на некоторых каналах, так как его украли несколько раз. Также это видео брали за основу несколько видеров, которые уже успели выпустить опровержение на эту тему буквально несколько месяцев назад. Поэтому сейчас вы, возможно, сможете увидеть знакомые кадры в этом моем старом видео. Также хочу отметить, что и это опровержение, которое вы сейчас посмотрите, было основано на моем старом. Поэтому ничьих идей я не крала и выкладываю только свои мысли и собранный исключительно мною материал, на данный момент совместно с Катюнзом Кей. Спасибо за внимание и приятного просмотра. Всем доброго времени суток! С вами снова я, DestreamPixV, и мы с Катюнзом Кей сегодня затрагиваем очередную спорную тему, очередную теорию. Теорию о том, что ледяной Джек из Хранителей Снов – дядя королевы Эльзы из Холодного Сердца. Да, мы знаем, что до нас уже успели выпустить пару опровержений на эту тему, однако нам есть что добавить. К тому же материал к этому видео был собран еще до того, как были выпущены опровержения других виддеров. Не будем тянуть резину, перейдем к самому опровержению. Наверное, только глухой или слепой на ютубе не видел и не слышал об этой теории, но все же я ее озвучу. В Хранителях Снов младшая сестра Джека выросла и вышла замуж за короля Эрендела. Луна сказала ей, что ее первый ребенок будет иметь силы льда в честь Джека, который, как она думала, умер. Вот так Эльза получила свою силу. Есть еще несколько версий, якобы Джек прилетел наведать новорожденную племянницу и нечаянно до нее дотронулся, поэтому Эльза с такой магией. Есть даже версия, что он ее родной брат или же родной отец, или же вообще сын. Каким чудом, не ясно. Всему этому есть один единственный огромный опровергающий аргумент. Эти персонажи из мультфильмов разных компаний. Disney и DreamWorks – две конкурирующие компании, и официальное совмещение двух их проектов невозможно вообще никаким образом. Персонажи не могут ни под каким предлогом быть связаны никакими связями, в особенности родственными. В Хранителях Снов нет ни одной пасхалки, ни одного намека на Эльзу. Так же, как и в Холодном Сердце, нигде нет ни малейшей детали, намекающей на Джека. Оно и неудивительно, компании разные и их мультфильмы не связаны. На этом, в принципе, уже можно и закончить это опровержение. Но нет, для некоторых людей этого совершенно недостаточно, и все нужно разъяснять в подробностях. Ну что же, тогда устраивайтесь поудобнее, смотрите и слушайте внимательно. Мы начинаем. Начнем с элементарного. Как мы знаем из множества видео и статей в интернете, а также со слов создателей, королеву Эрендела зовут Идуна, а вот младшую сестру Джека зовут Эмма. Как видим, имена абсолютно разные. Далее внешность. Идуна абсолютно точно брюнетка, волосы у нее темные. А вот Эмма скорее шатенка, ее волосы имеют более светлый оттенок, чем у Идуны. Смотрим на глаза. У Идуны голубые глаза, а у Эммы карие. Каким образом глаза могли так изменить свой цвет? А никаким, поэтому это еще одно различие. Под правым глазом Эммы есть небольшая родинка, которая отсутствует у Идуны, да и черты лица у них совсем разные. Как видим, младшей сестре Джека пришлось бы знатно потрудиться, чтобы стать похожей на королеву Эрендела. Сменить имя, покрасить волосы, купить голубые линзы для глаз, удалить родинку и даже сделать пластическую операцию. А теперь вспомним, что осуществить это все было просто нереально, так как события разворачиваются в средневековье. И если еще замаскировать родинку или выкрасить волосы было как-то возможно, то с изменением имени и внешности возникли бы немалые трудности. Изменение цвета глаз или же пластическая операция по изменению внешности даже не упоминались. Люди и представить не могли, что это реально, да и технологий соответствующих тогда не было. Так что внешность у них значительно отличается.
Дальше обсудим их места жительства и, так сказать, место в мире. Как нам абсолютно точно известно, Идуна жила в Норвегии, где жил Джек, нам неизвестно. Однако будем более внимательны во время просмотра мультфильма и обратим внимание, что Джейми живет неподалеку от того самого злосчастного озера, на котором погиб Джек. Ближе к концу мультфильма Джейми остается последним ребенком, верящим в чудеса, и на глобусе мы видим его огонек, который располагается где-то в Швеции, если мы посмотрим на карту мира и сравним ее с глобусом в мультфильме. Делаем вывод, что и Джек родом оттуда же. Да, это совсем рядом с Норвегией. Однако есть огромное «но». Семья Джека – простолюдины и, скорее всего, даже бедняки из какой-то мелкой деревушки. Это явно видно по их одежде и жилищу. Каким образом Эмма могла попасть в Норвегию и выйти замуж за короля? Его зовут Агнар, как мы уже знаем. Где логика? Она что, как Хюррем к Сулейману к нему попала? Король Агнар, подобно султану Сулейману, влюбился в какую-то простолюдинку Эмму непонятно откуда, подобно Хюррем. Они поженились и жили долго и счастливо. Нет, дамы и господа, такая ситуация в средневековой Норвегии абсолютно исключена. Король не мог жениться на простолюдинке, так как тогда, по средневековым законам, ему пришлось бы отречься от престола, не говоря уже о том, чтобы их совместные дети становились правителями. Но, как мы видим, король остался королем, и его жена – королева. Более того, их дочь Эльза стала королевой после их гибели. Значит, Идуна не простолюдинка, а значит, и явно не сестра Джека. Далее такая фраза. «Луна сказала ей». Насколько нам всем известно, Луналики разговаривает далеко не со всеми, его слышат и понимают только хранители и сверхъестественные существа. И глаза живого человека окрашивать в голубой цвет, как думают некоторые, не может. Фраза «Ее первый ребенок будет иметь силу льда в честь Джека». С какой стати? Посудите сами, зачем человеку нужны эти способности? Луналикий не станет раздавать их всем, кому не попадя, просто так, в честь кого-то, даже если этот кто-то – хранитель. И раз на то пошло, то почему тогда ни Луналикий, ни сама мать не сказали Эльзе еще в детстве, что она не одна, что ее дядя Джек может ей помочь, стоит только поверить в него? Вместо этого, не зная откуда взялась эта сила и что с ней делать, родители просто заперли Эльзу в комнате наедине с бесполезным для нее и опасным для окружающих даром. Ну ок, логика зашкаливает. Дальше такие версии, что Джек – брат, отец или сын Эльзы. Для начала вспомним, как вообще Джек стал ледяным Джеком и получил свои способности. В мультфильме мы видим, что изначально Джек – самый обычный 18-летний, сами аниматоры мультфильма утверждают, что ему 18 лет, паренек шатен с карими глазами. У него есть своя семья, хоть и бедная, и дом в какой-то деревушке, находящейся, как мы выяснили, в Швеции. Он ведет свою младшую сестренку Эмму на озеро кататься на коньках. Однако лед начинает проламываться, и Джек, спасая сестру, тонет сам. Он умирает. С наступлением темноты Луналикий оживляет его дух, и Джек становится с голубыми глазами и снежно-белыми волосами. При этом получает дар снега и льда, становясь бессмертным и невзрослеющим. Он спокойно доживает до наших дней, при том, что его внешность так и остается на уровне парня 18 лет, хотя ему уже, по сути, 318 в наши дни. Однако его никто не видит и не слышит. А теперь объясните мне, каким макаром он может быть родным братом королевы Эренделла, который в Норвегии? Никак. У него была своя семья, и рожден он был самым обычным, в то время как Эльза родилась с даром. Таким же образом, он абсолютно никак не может быть и сыном Эльзы. Версия с отцом также исключается, так как Джек – дух, и он априори не может иметь детей. Да, Джек – необычный дух, верящие дети могут его видеть, слышать и даже трогать, но это не меняет того факта, что он мертв. Да, любители пары Джека и Эльзы, можете вздохнуть с облегчением, если вас терзали сомнения. Они не родственники. Откуда взялась сила Эльзы на самом деле, нам могут рассказать только в следующих частях мультфильма «Холодное сердце». И не надо упоминать «Однажды в сказке». Этот сериал не каноничный. Там совсем другая история, и она не относится к мультфильму.
Никто не запрещает создавать видеоистории, писать фанфики и рисовать или фотошопить картинки. Мне самой очень нравится Джельза, и я, несмотря ни на что, все равно буду делать с ними различные видео и придумать невероятные истории, как и множество других видеров и фикрайтеров. Для каждого из вас Джек может быть хоть дядей, хоть братом, хоть отцом, хоть сыном, хоть любовником и мужем Эльзы. Но по факту теория опровергнута. Джек и Эльза никак не связаны. Так что не нужно навязывать людям придуманные факты и свое мнение, выдавая их за чистую правду. Думайте своей головой и умейте рассуждать логически. Историй всяких придумывают много, но истина одна. Мы рассказали и показали вам истину, а какую свою историю придумаете вы, дело уже ваше. Уважайте друг друга. Всего вам наилучшего.